В Аскизе сейчас строятся сразу три грандиозных и социально значимых объекта. Так уже через 2 года войдет в эксплуатацию новая детская поликлиника на 200 посещений в смену. Она будет располагаться на месте старой, ветхой и деревянной. Учреждение строится в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». А бюджет на стройку – почти 290 миллионов рублей. В этом году мы планируем делать контур, то есть окна, чтобы стояли, была крыша. Это примерно будет под 100 миллионов. Кроме того, администрация Аскизского района заключила контракт на строительство многофункционального культурно-образовательного центра. В нем будут делить место детская школа искусств, музыкальная и центр молодежи. Сверхсовременное здание откроет свои двери для всех желающих в декабре следующего года. Дополнительно на этом объекте будут также заниматься, значит, молодежь. Там выделено для них помещение, что они также могут вот здесь посещать и заниматься. А этот вырытый котлован предназначен для новой общеобразовательной школы на 825 мест. Работы над данным проектом начались совсем недавно. Им занимается тот же подрядчик, что и культурным центром. До конца года здесь возведут цоколь и первый этаж будущей школы, а также присоединят объект к сетям тепло-, электро- и водоснабжения. Начнется строительство парковки и дороги. 10 числа мы начинаем разбивать сваи, потому что сваи завод не успевает, либо что 6 тонн надо его заготовить, чтобы начинать добиваться. Здесь, на этом году, какие планы? Освоение 223 миллиона. Стоит добавить, что Аскизский район получил более 1,5 миллиарда рублей из федеральной казны. Такая сумма господдержки предусматривается в рамках проекта «Современный облик сельских территорий».